Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Доброе утро. Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас я нахожусь в городе Киеве, возле аэропорта Жуляны. У нас будет отсюда вылет в Грузию, аэропорт Батуми. Вот он наш красавец аэропорт. На въезде здесь стоит самолет. Аэропорт состоит из двух терминалов, это А и Д. Д закрыт, а основной аэропорт небольшой, сейчас вам покажу его. Рядом здесь находится музей авиации, вот там вот дальше. Работает он с 9:00, его можно посетить, там много самолетов, хороший музей. Добраться до аэропорта можно на автобусе, каждые 30 минут он ходит, если не ошибаюсь, до 22:30 последний. Или на такси. Такси приблизительно от центра 100-150 гривен стоит. Гривна сейчас $1.26. В Грузию мы летим с оператором ТПГ. До этого я с ними не летал. Мне было очень интересно с этим оператором поработать именно вживую. Я уже слетал с турами в этом году в Турцию в инфотур. Посмотрел, как они работают. Они молодцы, стараются. Хороший оператор, рекомендую. Сейчас посмотрим, как работает оператор ТПГ. Вот реклама оператора ТПГ. Летают они на Браво Airways в Грузию. Еще одна компания у них летает, авиа. На въезде в аэропорт стоят турникеты. Берете корешок, въезжаете. Приблизительно 15 минут бесплатно. Если вы будете больше этого времени, то вам необходимо будет зайти в аэропорт и оплатить за стоянку. Там находятся терминалы внутри. Сейчас я вам их покажу. В аэропорту места очень мало. Поэтому, когда аэропорт заполняется, здесь, конечно, сесть негде. На улице люди сидят, внутри, в кафешках. Сейчас все это увидите. Вот мы внутри. Вот он весь аэропорт. Это зал прилета и вылета. Одно кафе, здесь их 3 или 4. Пункт обмена валюты, курс 25,4, в городе 26. Ну, то, что я говорил, все места заняты, сесть негде. Поэтому к этому надо быть готовым. Информационная стойка, можете проконсультироваться, если какие-то вопросы возникнут. Вот еще одна кафешка. И вот там еще одна дальше, все. Также можно купить авиабилеты. Прямо здесь, видите. Это автомат для оплаты парковки. Как я говорил, после 15 минут необходимо оплачивать. Ну и вот еще одно кафе. Здесь происходит регистрация на рейсы. Подходите, сначала находите на информационных табло ваш рейс, будут указаны какие терминалы. Подходите к терминалам и сдаете ваши вещи. Для прохождения паспортного контроля на второй этаж поднимаетесь. Вот здесь вот упаковка багажа стоит 20 гривен. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, где осуществляется вылет. Дьюти-фри в этом аэропорту небольшой, я с него вылетал. Как-то здесь на первом этаже был дьюти-фри и на втором. Там буквально 2-3 магазина, так что имейте в виду, если будете отсюда вылетать, что здесь особо не разгонишься. Ну вот, смотрите, после того, как вы прошли, сдали багаж, вы попадаете в зал прохождения пограничного паспортного контроля. Проходите через металлоискатель, через рамки, через багаж ваш проверяют, еще раз сканируют. Дальше попадаете в зону,
пограничного досмотра вам ставят штамп, и потом попадаете в зону duty free. Уже вот сюда. Сейчас вам покажу duty free. Вот видите, один магазин duty free. Ну, если не ошибаюсь, там еще на первом этаже был один duty free. Туда мы пройти не можем. Здесь на втором этаже тоже есть места, где можно посидеть. Так что, если мест не хватит, можно сюда подняться. Вот видите, напротив еще зал вылета. Ребята уже стоят возле своих гейтсов, готовятся к посадке. За 40 минут, как обычно, начинается регистрация. Из важных моментов то, что здесь должны знать. За 2 часа до начала посадки, до вылета вашего, начинается регистрация на рейс. Соответственно, вы должны быть в аэропорту где-то за 2 часа. За 40 минут он заканчивается. Если вы не успели, то, скорее всего, вас уже не посадят на рейс. Вам придется здесь договариваться, но это маловероятно. И за 40 минут начинается уже регистрация на рейс на сам. То есть вы подходите к вашим лицам, к вратам и осуществляете посадку. В аэропорту есть представительство ТПГ, офис. Какие-то вопросы можете сюда подойти и задать. Ну что, первый блин комом от работы с ТПГ. Рейс, который нас должен был вести до Батуми, его снял авиаперевозчик, его не будет. ВАУ 44-49 мы должны были лететь. Что они нам предложили? Вариант или аннулировать тур и нам вернут все деньги. Но это нам не вариант, потому что мы добирались отсюда до сюда, из Беларуси, и возвращаться обратно мы на трансфере попадаем. Второй вариант — это сейчас, через час где-то придет трансфер, он повезет нас в Одессу, у нас там будет бесплатный завтрак и какая-то минимальная обзорная экскурсия. И в 15 часов 15 минут у нас будет вылет на Батуми, опять в Грузию. Ну, полетели. Хотите на отдых в этот тур или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений.